Приветствую вас, дорогие друзья, с вами канал «Китай стал ближе» и сегодня на распаковке 5 посылок. Пять посылочек и давайте мы начнем с какой-нибудь. Давайте вот с этой вот посылки начнем. Шла посылка 32 дня, оценена она в $3.80. Обычный пакетик, пусто, и там носки. Девчонки заказывали носки. Давайте посмотрим. Это даже, наверное, не носки, это что-то типа слитков. Да, такие вот слитки. Черные, с кружевами, кружевные. Такие бабам. Особо тянуть не буду, а то будет ворчать. Внутри силиконовая ленточка. Это для того, я так понимаю, чтобы не соскальзывало. Ну, в принципе, ничего особенного. Вот такие носочки. Давайте дальше. Вторая посылка шла 40 дней. Оценена $1.38. Что у нас во второй посылке? А, во второй посылке опять носки. Опять носки, в этот раз вот такие вот. В этот раз вот такие вот, тоже с кружевами. Все, чистая синтетика. Ну, на раз одеть, я думаю, будет нормально, так вроде красиво выглядит. И тоненькие. Долго в них ходить, я думаю, будет жарко. Так, и следующая посылка. Следующая посылка шла 25 дней. Оценена она $1.98. Давайте посмотрим, что здесь. Вот. Упакована она еще вот такой дополнительный пакетик. Это сумка на велосипед. Что-то типа бардачка. Да. Сделано на липучках. На липучках. Такая вот этикеточка, присутствует этикетка, все на китайском, стопроцентное чего-то, ну, стопроцентная синтетика, это уже понятно. Молния. О, жутко пахнет Китаем, жуть просто, как пахнет Китаем. А, кошмар. Ну, на улице выветрится на велосипеде. Прошито хорошо, как ни странно, смотрите. Видите, швы ровненькие. Прошита хорошо. Такая как типа брезента, не брезента. Но я думаю, какая-то пропитка есть, так что я думаю, она не будет мокнуть. Так что вряд ли она будет мокнуть. Ну ладно, вот такая вот сумочка на велосипед. Еще все хочу сделать обзор спидометра. Все, у меня нет времени сделать обзор спидометра. Но надо будет сделать обзор спидометра. Следующая посылка шла 33 дня, оценена в $2. Оценена в $2. Что у нас? Итак, увлек телефонный звонок. Вот такие вот носочки. Давайте откроем, посмотрим. Ну вот чем мне не нравятся китайские, и китайцы вообще все эти китайские их вещи. Все синтетика, все жуткая синтетика просто. Принт хороший вроде, рисунок яркий. Ну все синтетика, ладно. Это третья пара носков. Итак, последняя посылочка. Интересна она тем, что я пока не знаю, сколько она шла. Я первый раз с таким сталкиваюсь. Доставка была курьером. То есть на ощупь, там, по-моему, вышивка. Но первый раз столкнулся с курьером, я даже не ожидал и не знаю, сколько она шла, еще не успел посмотреть. У меня требует вышивку эту, потому что девчонки подсели на эту вышивку. Им нужна вышивка. Во. Значит, как всегда, стандартный наборчик. Пинцетик, клей, подносик, стразы. Стразы здесь интересные, они... Крупные тоже, да, опять же крупные стразы. Крупные стразы не очень понравились. Я вам сейчас покажу, что получилось. Вот мелкими стразами
рисунок более четкий. Более четкий. И не видно всех этих квадратиков. А крупными стразами все-таки не такой четкий рисунок. Получается он угловатый. Вот две вышивки, уже две вышивки готовы. Заказывают еще. Так что процесс пошел. Давайте посмотрим, что здесь за рисунок. Кот. Да, кот. Кот. И крупными стразами. Ну ладно, что ж, сделают. Покажу вам, что за кот получился. Также все пронумеровано, все цвета пронумерованы. Здесь у китайцев все нормально. Стразы кладут с запасом. Так что хватает, даже остается. Все под номерами. Ну вроде все. На сегодня сейчас покупки все. Всем спасибо. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Всем пока.